Уважаемые любители гармоники, группа Гармонь Драйв сегодня приняла участие в замечательных новогодних съемках телеканала «Жар птица». Мы очень советуем новогоднюю ночь смотреть «Голубой огонек» именно на этом телеканале. Мы записали две новые песни. Здесь очень много замечательных исполнителей народной музыки, народной песни. Вот, например, Инна Каменева и многие-многие другие. Так что обязательно ждем вас у телеэкранов в новогоднюю ночь. Ну и зрители не простят, если мы не споем. А что споем?